учитесь в Швейцарии, платите биткоином. Люцернский университет прикладных наук и искусств, Институт высшего образования в Швейцарии, объявил о принятии биткоин-платежей. В сообщении говорится, что таким решением учреждение указывает на способность распространять знания о передовых технологиях, таких как блокчейн. В нем также отмечается, что университет будет принимать биткоин не напрямую, а через Bitcoin's Use AG в контексте подписанного соглашения. Отметим, что это не первое учебное заведение, которое принимает биткоин. Королевский колледж Нью-Йорка, Накасийский университет Кипра и Университет Камбрии, Великобритания также принимают платежи в криптовалюте.